Тот день не обещал ничего особенного. День как день. Ну, разве что у Сереги случился день рождения. Там мы его обычно и не праздновали. Вот и в этот раз посидели в своем баре одинокими бирюками. Боже ты мой. Я ожидал. Запивку. Ну? Давай, Серега, за то, чтобы тебе уже повезло по-крупному. Спасибо, амиго. Давай. Классный коньяк. Просто королевский подарок, спасибо. Да ладно, хотел тебе что-нибудь полезное подарить. Зашел в одну лавку, там один старик приложил часы. Говорит, для девушки купите. Да, Андрюха, видел ты свою лицо, как ты про девушку говоришь. Не, с такой установкой ты жену точно не найдешь. Жену. Кто сейчас женится? Сережа. Вот ты у нас женился, и что? Ну, не повезло, чего прошлое ворошить? А тебе, Андрюха, в любви повезет, это я точно знаю. Давай. За любовь, и чтоб тебе с ней повезло. Угу. Давай. Повезло. Ну вот, Лилечка, выпишем тебе хорошие противозачаточные, и все будет в порядке. 99% гарантии. Сможешь ходить на свидание и ничего не бояться. О презервативах тоже не забывай. Mm-hmm. От инфекции таблетки не защитят, а тебе в твоем состоянии лучше сильно поберечься. Да я не хочу беречься. И ребенка хочу. Лиля, давай посмотрим правде в глаза. Ты девочка взрослая. Мы, конечно, можем сейчас поднапрячься, прилечиться. Mm-hmm. И не исключено, что ты сможешь забеременеть. Но выносить плод, тем более родить, нет. Твое сердце этого не выдержит. Ты понимаешь это, детка моя? А про жену ты зря. Я хотя бы попробовал. А ты что? У тебя и девушки-то нормально никогда не было. Тёлки, бабы, ту трахнул, эту поимел. Только можешь языком чесать. А как нормально познакомиться по делу? У тебя он быстро плесневеет. Разве по пьяни что? Спорим на 100 баксов, что сейчас. Покажи мне любую. Я подойду, и через 5 минут у меня будет ее телефон. Спорить хочешь? Не вопрос. А вон, давай, в белом. Блондинка. Ты сказал, любая. Вперед. Ребята, извините меня за мое вторжение, но я быстро объясню ситуацию. За 5 минут. Вот за моей спиной сидит чудило, с которым я поспорил на 100 баксов, что возьму телефон у любой девушки. Вот. Поэтому вы не могли бы написать мне любые цифры, вот, и мне важна артикуляция, и все. И телефон, ну и полтинник ваш. Разве плохо? За 5 минут полтинник заработаете. Хорошо, я напишу вам телефон, но не свой. Просто набор цифр. Конечно. Вот тебе 100 баксов, клоун. Миша. Я плачу тебе за минуту представления. 5 минут, боюсь, не выдержим. Отсутствие аплодисментов переживешь как-нибудь. Вот, возьмите и уходите, пожалуйста. Свободен. Товарищи, мы уважаем ваш суверенитет и признаем, что переборщили. Все, Андрюша, все, извиняемся, все. Бармен, бутылочку шампанского за дальний столик, за мой счет. Чего хулиганить? Тихо себе. Ни в коем разе, просто пошутили. Пошутили, но шутка не удалась. Правда, да? Я тебя в белое одену. Так, все, забыли, Андрюша, ничего не было, все. Устроено, руки обломаю. О, как бывает, а?
Ну, будет что вспомнить. Вот противозачаточные. А инструкция внутри коробочки. Просто я боюсь, что мое сердце одиночества не выдержит. Вот посмотри, часы недорогие, старенькие. Но если их аккуратно заводить и не ронять, они, возможно, прослужат тебе очень-очень долго. Представь, если мы очень сильно, нечаянно, перекрутим колесико, пружинка лопнет. Починить такие часы будет уже невозможно. Вот так и с твоим сердцем, детка. Попытаешься родить, сердце как пружину пережмешь, остановится. А новое ты, скорее всего, купить не сможешь. Отличный ты парень, Андрюха. Только какой-то неприкаянный, что ли. Ничего не хочешь, ни о чем не мечтаешь. Вот ничего и не имеешь. Только нельзя всю жизнь вот так. Без мечты. Без дела. У меня есть дело. Да нет у тебя никакого дела. Ты же ничего не создаешь. Так, имитируешь деятельность. Я знаю, что ты скажешь. У меня первый раз не получилось, второй не получилось, а на третий обязательно получится. А ты и будешь всю жизнь наблюдать со стороны, пока не поймешь, что давно уже помер. Сергей, мечты все это. Мечты. А жизнь, она идет по накатанной. С любовью, без любви. А есть она вообще любовь-то? Я тебе скажу, только ты все равно не поверишь. Пока не полюбишь, не узнаешь. Хотел тебя к девкам позвать, а после такого разговора как-то к девкам и не в кассу. Ладно, пойду я. Ну подожди, подожди, подожди. Я же проиграл. Ладно, разберемся. Алло. Добрый вечер, девушка. Мы сверяем данные обладателя номера. Пожалуйста, назовите ваше имя, фамилию и возраст. Лилия Белоусова. Лилия Белоусова. И вам? 26 лет. 26 лет. Ну, мы поздравляем вас. Вы стали обладателем выигрыша от нашей компании в размере 100 американских долларов. Бред, какие 100 долларов? Так, скажите, откуда у вас мой телефон? Из нашей базы данных, девушка. Пожалуйста, приезжайте и забирайте ваш выигрыш. Положите их лучше на мой счет. Знаете, у меня сегодня очень плохое настроение. Давайте вы позвоните кому-нибудь другому и будете его разыгрывать. Ну хорошо, хорошо. Я признаюсь, что пошутил. Ха-ха-ха. Да я и сам знаю, что не смешно. Давайте так. Вы приходите, смотрите на меня из-за дерева. Если не в вашем вкусе, просто разворачивайтесь и уходите. Я не в вашем вкусе. Да я не это хотел сказать. Извините. Лиль, давайте так. Я буду ждать вас. Саду Эрмитаж, кафе «Остров» в 19:00, 15 минут и не минуты позже. Вы придете и хотя бы будете знать, что если услышите в телефоне незнакомый голос, вам всегда нужно нажимать. Отбой. Девушка из кафе оказалась послана мне ангелом-хранителем, который своей рукой выписал мне пропуск в рай. Я часто с ужасом думаю, что если бы я ошибся хотя бы на одну цифру.
прикурить. Ну. Это вы предлагали забрать выигрыш? Я. Ксюша? Не позвонил мне вчера. Не позвонил. Новая пассия? Солярий был плохой. Ты нормально был солярий? Нет. Просто... столько работы, Ксюша. Колись, колись старому другу, с которым спишь иногда. Кто она? Я же вижу, глазки светятся. Ты ее не знаешь. Раньше ты любил обсуждать со мной своих телочек. Лили не телочка, и давай сменим тему. Ну, давай. Привет. Все мне? Да. Ну, чем так много? Просто так. Просто так? Что за прическа? Ну зачем? Зачем? А мне так нравится. Всю ночь про тебя думала сегодня. Ну, не буду оригинальничать, скажу, что занимался тем же. Кажется, что я тебя знаю долго-долго. И я тебя долго. Тоже. Молодые люди, простите, можно вас отвлечь на 2 минуты? Я провожу соцопрос. Примите участие? Какая тема опроса? Семейные отношения. О, ну да, конечно, мы не можем не принять участие. Ладно. Вы женаты? Нет. Да. Так все-таки? Да-да, все нормально. И как долго? 8 лет. И дети у вас есть? Да. У нас 3 прекрасных малышек. Замечательно. Вот такой вопрос. Что для вас супружеская верность? Ну, я считаю, если любишь человека, то нет смысла ему изменять. Нет. Да? Да, я тоже так считаю, но всякое бывает. Хорошо. Что значит всякое бывает? Ребята, а если такая ситуация? Один из супругов не может выполнять супружеский долг, скажем, по причине болезни. Считаете ли вы возможным завести партнера на стороне? Да я-то вообще считаю, что лучше завести гарем. Да, только у меня жена ревнивая, не позволяет, да? То есть ни при каких обстоятельствах вы не допускаете связи на стороне? Нет, не допускаем. А вы что ответите? А я отвечу вам лет через 50-60. Вот когда стану никому не нужным патентом, приходите, поговорим. Время еще есть, погуляем. Погуляем. Может, я и влюбился в Лилию за то, что она не вела себя, как все прочие девушки. Она удивляла меня, интриговала. Я же все чаще задавался вопросом. Может, она меня не любит? Брат помог. Понятно. Он потом уехал. Вернется скоро? Наверное, не знаю. Начало-то хорошее. Ну вот, мое окошко горит на 2-м этаже. Я думал, ты одна живешь. Я и живу одна. Просто если знаю, что поздно вернусь, оставляю свет включенным. Чтоб не страшно было в квартиру заходить. Ну, может быть, сегодня не одна зайдешь? Давай подождем немного, ладно? Давай. Я пойду тогда, да? Иди. Лиль.
Ну, в общем, там как бы ни было. Угу. Просто хочу сказать. Мне так хорошо и легко еще ни с кем не было. Спасибо. Спокойной ночи. Да. Спокойной ночи. Добрый день. Здравствуйте. Присаживайтесь. Что ж, давайте будем начинать. Ксения Павловна, полагаю, присоединится к нам чуть позже. А пока хочу представить вам Андрея Григорьевича Лазарева, представителя любимой нами компании Smart Communications. У них есть предложение, они хотят эксклюзив. Давайте послушаем Андрея Григорьевича, он нам расскажет все это подробнее. Спасибо. Я специально не стал приносить никаких графиков, ни чертежей, чтобы не отнимать ваше время. Если кому нужно, я пришлю их завтра же. Перейду сразу к делу. За последние 3 года наше пиар-агентство сделало для вас 1,5 раза больше, чем все остальные 3, которые работают у вас. На одной рекламе ваших чипсов мы заработали вам 250 тысяч евро чистого дохода. Мое предложение. Мое пиар-агентство занимается организацией всех ваших пиар-акций. И таким образом вы экономите больше 15% только за этот год. Я даже не знаю. Все яйца в одну корзину? Во-первых, вы напрасно не принесли презентацию к исследованиям. Нам важно знать, кто их проводил. Если ваша компания независимое агентство, извините, это просто фантики. Нам все придется перепроверить. Во-вторых, я уверена, что остальные агентства пойдут на существенные уступки, узнав, что мы хотим их покинуть. Ксения Павловна. Далее, в прошлом году вы допустили ряд просчетов. Я, собственно говоря, совсем не уверена, а нужен ли нам смарт вообще? По-моему, Ксения Павловна делает выводы под влиянием своего переменчивого характера. Ксения Павловна, мы, в принципе, ведь еще ничего не решили. Просто предложение Андрея Григорьевича показалось нам интересным. Ну, не знаю, не знаю. Сработаемся ли? Ну, давайте рискнем. В конце концов, спросим за смарт вдвойне. Стерва. Спасибо. А презентацию я вам пришлю. Ага. Завтра же. Андрей. Андрей, ну куда так понесся? Спасибо, Ксения Павловна, за оказанную поддержку. Ты что, обиделся, что ли? Как ребенок, честное слово. Привет. По-моему, я сделала все, что обещала. Это ведь бизнес, риски надо учитывать. Уйду я от вас к Сереге. Куда? Куда ты уйдешь? Он бизнес мне совместно предлагал. Пошли лучше в ресторан, мы благоверны все оплатим. Тот с усами, что ли? Нет, новый. Кольцо мне подарил. Может, я честной женщиной стану, а? Скажи мне, честная женщина, почему девушка, за которой ухаживаю вторую неделю, отказывается от секса? Может быть, не так предлагаешь? Да нормально все предлагаю. И все эти цветы, серенады под окном не нужны так же, как и мне. Ну, во-первых, может быть, у нее есть молодой человек. А во-вторых, ты, может быть, не в ее вкусе. Но об этом я не думал. Давай проверим. Как? На ревность. Когда женщина чувствует, что может потерять мужика, такие чувства всплывают. Я серьезно говорю, по себе знаю. Только домой заеду, переоденусь. Ну, где твоя Джульетта? Сейчас придет. Придет. Все. Привет. Привет. Лиля, познакомься, это Ксюша. Ксюша, это Лиля. Как? Лиля? Хорошенькая. Странно, что ты никогда мне не говорил. Лиля, я, Сергей и Ксюша, собираемся в бильярд. Я надеюсь, ты не против бильярда? Бильярд так бильярд. Правда, я играть не умею, а я научу. Thank you.
спрашиваю, что вы заканчивали? Коньячку, водочки. А? Иньяс. Но я по профессии не работаю. Какой язык? Повторите нам, пожалуйста. Датский, английский. И закусочки, закусочки. Кофточка. Винтажная. Дурдом, но для разнообразия можно. Громко, правда? Очень громко. Слушайте, а может, партийку в бильярд, по меринганку, а? Кстати, бильярд здесь наверху. Лили, вы как? Да. Да? Ну, пошли. Я обожаю просто бильярд. У меня отец был лучше на бильярде. Извините, с 9 лет кий в руках держу. Опа. Не рановато ли в 9 лет? А не рановато ли, молодой человек, пошлите? Так, вот эта парочка шаров меня возбуждает. Здравствуйте. Вам кто-нибудь говорил, какая вы суперсекси? Нет, молодой человек, по-моему, слишком много выпили. И потом, представители бюрократической машины меня не интересуют. У них весь секс в бумагу уходит. Ну что, теперь я как настоящий мужик хочу мяса и водки. Сережа, Сережа, ну уже развлеки как-нибудь свою даму. Хватит ее грузить, шампанского ей закажи. А мы сейчас покинем вас на пару танцев. Ну, потанцуйте. Ну, как я тебя сделала, а? Короче говоря, получается, я ранен амуром. Самое смешное, что ведь она сама предложила. Серега, давай расстанемся, как нормальные цивилизованные люди. А при этом сама всю из квартиры, все буквально вынесла. Мыло и то забрала. Да, Андрей Григорьевич, по-моему, вы бомж. Да. Только я все равно. Твоя Ириночка с самого начала себя сдала. Мне даже стерве как-то неловко. В холодильнике банка икры початая стояла. Приятель с Дальнего Востока привез. И ту забрала. И... А? О, я вижу... И ты, Брут. Что? Я говорю, и ты, Брут. Ну, ранен амуром. С чего вы взяли? Я гляжу, ты в этих женских играх совершенно не разбираешься. Сейчас глаза заблестят, заплачешь. Слушайте, вы... Простите. Все, готово. Простите, дайте пройти, ну... Извините. Беги, беги, Ромео. Увы. Кто-то говорил о бюрократической машине. У меня секс не уходит ни в какую бумагу. У меня и с машинами, и с сексом, и с бумагой все в порядке. А еще знаете, с чем все в порядке? С яхтой новой. Капитанши не хватает. Вообще-то, женщина на корабле плохая примета. А я не суеверный. Ни разу. Потанцуем. Лиля! Лиля, подожди, 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 подожди. Лиля! Лиля, Лиля, подожди. Лиля. Ну, слушай, подожди, ты, подожди. Естественно, испытатель. Приводи свой опыт на ком-нибудь другом. Ну все, хорошо, я вел тебя как дурак. Все, достаточно, чтобы ты меня простила? Нет, это я дура. Хотел посмотреть, как я мучиться буду. Вот и увидел в последний раз. Нет, дурой ты будешь, если сейчас вот так уйдешь. И я, между прочим, ни за кем так не бегал. Гордишься тем, что ни за кем не бегал? Поздравляю! Таким эгоистом, как ты, вообще на свете легче живется. Что?
Что случилось? Его отняли, он туда побежал, он маленький, так... А? Стой! Стой, говорю! Что он прицепился ко мне? Ну, малой, а? Сумочку у девушки забрал. Неправда! Что ты к мальцу прицепился? Я говорю, он сумочку у девушки забрал и убежал. Да что ты чешешь-то? Небось, сам девчонке сумочку подрезал, а на мальца съезжаешь. Слышь, Кет, что он тебе прицепился-то? Не молчи, ты говори. Не знаю. Я говорю, сумочку отдай. Маленьких убежать нехорошо. Врывайся, урод, держи его! Руку вам свою, а нож! Лиля! Давай! Стоять, сказал! Я встречу поймаю, убью! Стоять! Брось, брось! Лилия, я дурак, я... Так, да забудь ты об этой Ксении, я тебе говорю, забудь! Это я же все для тебя, я тебе, я для тебя, я просто... Да. И, кстати, вот ты говорила однажды, будто бы полжизни со мной провела. И я говорю, что я понял сегодня, что люблю. Что? Люблю. Кого? Тебя. Это ты? Нет, ты моя бабушка. Но мы с ней, правда, очень похожи. Я ее очень любила. Понятно, почему здесь столько барахла. Ну да. Мама с братом все время ругались на нас. Мы с бабулей ничего не выбрасывали. А мама? Мама... Мамы нет давно. Но это, наверное, нормально. Меня воспитывал брат. Пока не женился и не уехал в другую страну. Вот. Знаешь, когда я была маленькая, я всегда мечтала жить одна. Вот. Теперь я живу одна. Как-то тускло, грустно. Не знаю, я бы не смог здесь жить. Ты же хотел жить со мной. Ну, не знаю. Жить у девушки как-то странно. Что странного? Места здесь хватит, и район тихий. Ты же останешься? Только завтра же мы избавимся от бабушкиного наследства. Веселее, веселее, мужики! Так, слушай, этого ночи, снимай это все! Подожди, где бабушкины фотографии? Вон они в комоде, бабушкины часы, чтобы не запылились, положил. Так, 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 так! Слышишь, шкаф иначе тоже! Подожди, а где мои вещи? Выкинул. В смысле выкинул? Ну выкинул, хватит старик ходить, новые купим! Хватит, ходишь у меня как училка. Ну-ка, училка. Прекрати, снимай, какая училка? Снимай ее. Тихо. Тихо, ты тихо. Ты совсем с ума сошел, что ли? Все хорошо. Хорошо. Все нормально, все хорошо. Так, слушай мою команду. Ты за мной. И ведра возьми. Ну все, успокоилась. Так. Это вот что такое? Это часы. Давай снимем. Просто часы, не надо трогать. Я думаю, это очень даже просто. Ну? Вот.
Ну вот. Ну как? Ну вот. 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 И это хорошо. В общем, хорошо. Хорошо. Ничего, тебе нравится? Ну, мы не купили самого главного. А самое главное это что? Свадебное платье. В смысле свадебное платье? Ну, я понимаю, нужны кольца, серенады под окном. Нет, папа, подожди, Андрюш, я давно, наверное, должна была тебе сказать, что... У тебя кто-то есть? Нет, господи, что-то я... Я про тот разговор в парке, про детей, ты помнишь? А, вот в чем дело. Про детей. Ну, не хочешь детей, не надо, не будем спешить. У нас столько времени впереди. И... Давай не будем о будущем, ладно? Нам же сейчас так хорошо, правда? Хорошо. Хорошо. Ничего, что я курю здесь. У меня же нет балкона. Кури. А ты веришь в судьбу? Да. А в чудеса? Ну, в детстве верил. А сейчас? А я верю. Ну, таким, как ты, нужно верить. Потому что они хрупкие, что ли. Ты хочешь сказать слабые? Ну да, слабые. Ну, иди сюда, холодно. Я не такая слабая, как ты думаешь. Я вообще ничего не боюсь. Я точно знаю, что если чего-то очень хочешь и горячо об этом просишь, оно непременно исполнится. Если веришь в чудо, оно обязательно придет. Здорово. Как сам? Отлично. Рекламное агентство «Лазарев и партнеры». Звучит? Девушка, нам бутылочку шампанского. Мой друг начинает новую жизнь. Это надо отпраздновать. Подожди, компаньон, это ты, что ли? И не только я, но и Лили твоя. Между прочим, если бы не она, ты вообще бы с места не сдвинулся. Помнишь, что я тебе говорил? Встретишь хорошую девушку и поймешь меня. Жизнь по-новому для тебя раскроется. Угу. А? Так что давай, выпьем. За семейное счастье. Ну, за будущее вроде как не пьют. А мы назло всем предрассудкам. Все будет отлично. Девушка, нервничай. Ей время надо. Ты, главное, старик, не гони. Слышишь? Не гони. Хорош. Все нормально. Ну... Да держись, держись, нормально, едь, едь. Опа! Опа! Держись. Все хорошо, все под контролем, все хорошо. Тихо, тихо, все. Аккуратнее. Ну-ка, пристегнись. Что? Пристегнись, сейчас обгоню. Тоже пристегнись. Осторожнее обгоняю, хорошо? Отлично. Простите, пожалуйста, Андрей что Лазарев. Мне вот прямо кажется, для анимации из ДТП. Ну, подскажите. Извините, пожалуйста, ничего не знаю. Извините, скажите, пожалуйста, Андрей, да? Лазарев, у вас... Андрей Лазарев, да. В аварию попал. Где он? В аварию. Реанимации. Пока без изменений. Реанимация. Что же нам делать? В реанимацию нас не пустят. Может быть, еще у кого-нибудь? Придется подождать пока. В регистратуре или, может быть, в справочном спросить? Да. Я... Или? Максим? Я пока вот здесь посижу. Да.
Слушай, я тебя сразу узнал. Ты так изменилась. Да. Я ж тебя в последний раз видел без двух передних зубов, зеленкой на коленках. Ну, рассказывай, как там брательник-то? А он что, хорошо? В Дубне работал, сейчас в Германии. Ну, он женат? Да, на немке. Скоро ребенок будет. Слушай, а ты помнишь, как я тебя разыгрывал, как девчонку? Тоже знал, что из девчонок такие симпатичные девушки вырастают. Про яйца помнишь? Про какие яйца? Про магазинные. Как я сказал, что из них можно цыплят высиживать. Ты их неделю в шапке грел, высиживал. Да. Послушай, на самом деле очень хорошо, что я тебя встретила. Понимаешь, у меня здесь молодой человек. После ДТП. Андрей Лазарев. Я все и понял. Мы не знаем, что с ним происходит. Сядь, посиди. Я сейчас все выясню и сообщу. Ладно? Выпейте кофе. Сядь, сядь. Спасибо, да. Садись, садись. Да. Ну что? В общем, это мой знакомый. Сказал, сейчас все узнает, все нам расскажет. Все хорошо будет. О, Господи. Быстренько, процедурную. Я же сказал, в процедурную его. Все, ради бога. Давайте, давайте. У Андрея поврежден позвоночник. Полный паралич нижних конечностей. Шансов, что начнет сходить, очень мало. Что, уже есть заключение? В какой он палате? Третий этаж, 40-я палата. Вас туда не пустят! Что нужно делать? Что тут можно сделать? Теперь нужен хороший уход. Такие больные обычно лежат годами, понимаешь, прежде чем вы вместе их. Понимаю, да, да. Я пристегнулась, а он нет. Ты в рубашке родилась. Я сегодня поговорю с врачом, и мы найдем ему хорошую больницу. Хорошо. То можно я заберу его домой? Лиля, ему нужен специализированный уход. Тут нужен человек с медицинским образованием, специалист, понимаешь? Да. Тогда я найму врача за деньги. Деньги. Частный домашний врач, я повторяюсь, на протяжении очень длительного времени, это дорогое удовольствие. У тебя есть такие деньги? Нет. Деньги, деньги. Причем здесь деньги? У него полный паралич нижних конечностей. Ты это понимаешь? Нет. В общем, так. Через 2 недели перевезем его к вам. Ну и с этого момента ты можешь считать меня вашим домашним врачом. Только чур все предписания соблюдать строго. Мы договорились. Конечно. Рано благодарить. Попробуем что-то сделать. Спасибо. Так я остался у Лили дома. Она валилась с ног от усталости, пыталась вернуть меня к жизни. Но у меня не было никаких сил.
Андрюш, ну чего ты не хочешь кушать? Тебе не нравится? А, не хочу. Ну, можете умыться принести. Нет. Я бы на твоем месте умылась и причесалась, к нам сегодня гости придут. Кто, доктор, что ли? Нет, Ксения Павловна. Ну ладно, давай я умоюсь, побреюсь. Рубашку дай какую-нибудь и утку убери. Вот и молодец. Я окно проветрить, душно здесь. Нет, окошко открывать не буду, дует. Ну я же говорю, возьми утку и проветри, открой окно. Всем привет. Привет. Держи витаминчики. Спасибо. Ну как дела? Нормально. А что голос такой? Я не знаю уже. Лиль, ты чего? Я не знаю. Он просто все время не в духе. Я не понимаю, чем его уже. Господи. Так, стоп, ну так ты его ни в какое чувство не приведешь. Ты хоть зеркало на тебя смотрела? А? Лиль, ты чего? Все хорошо. Что я? Мне нужно в магазин. Да. И просто посиди с ним, хорошо? Конечно, конечно, иди. И да. И в аптеку мне еще нужно. Послушай, там Вадюша, он тебя отвезет. Около подъезда стоит. Хорошо. Боже мой. Только чтобы он обязательно лекарство принял. Там, там да примет эти он все. Красненькие, хорошо, капсулы. Да успокойся ты. И нужно, чтобы он обязательно что-нибудь поел, хорошо, потому что она иди, не усваивается. Иди, развейся немножко. Здравствуйте, Ксения Павловна. Здравствуйте, Андрей Григорьевич. Прекрасно выглядишь. Ты тоже. Спасибо. А мне говорят, ты расклеился совсем, ведешь себя кое-как. Нет, я молодец, бодрый. Да, это вот 10-дневная щетина тебе очень к лицу. Так модно. И вообще, Ксюш, в моем положении как-то сложно оставаться элегантным. Я понимаю. Очень сложно попросить жену, чтобы она принесла тебе бритву. Ксения, если ты пришла наставление читать, то не надо. Да упаси Господь, ты же знаешь, это не в моих правилах. Просто я вижу тебя. Что с тобой происходит? Так нельзя. Надо как-то брать себя в руки. Да. Бороться, я не знаю. Да, надо. Надо как-то бороться. Для чего только, Ксюш? Чтобы она дольше помучилась, ухаживая за безнадежным инвалидом, да? Вот ты говоришь, побрейся. Конечно, можно. Только понимаешь, Ксюш, я на утку-то без нее сходить не могу. Побрейся. Надоело все, Ксюша. Вообще не могу больше. Максим. Привет. Привет. Ну, как там наш герой? Тебя ждет. Сейчас ты раздевайся, я там приберу, ладно? Максим пришел. Это что такое? Он что, каждый день выпивает? Ну что? Просит ему не уснуть, понимаешь? Отлично. Просто здорово. Неужели трудно понять? Ты с ним алкоголика сделаешь? Вообще пить нельзя. Он и так на лекарствах сидит. Начнется цирроз печени или еще что-нибудь. Но я правда понимаю. Но ничего не могу сделать, понимаешь? Он меня не слушает, только злится постоянно. Может, ты с ним поговоришь? Спасибо.
Господи, горит же, ну. Не нравится мне все это. Ведь не к Андрею он ходит. Андрюша после его визитов еще больше расстраивается. Что вы такое говорите? Вам кажется. Я все вижу, девочка моя. Каждый раз, когда я прихожу, я вижу мучения своего сына. И не столько его травма грызет, сколько вы со своим доктором. Послушайте, но это неправда. Ну, я же вижу. Как ты каждый раз прихорашиваешься у зеркала перед его приходом. Ну, не в тебе, конечно, одно дело. Он женат? Зачем вы спрашиваете? Вы же знаете, что он ходит только для того, чтобы лечить Андрея. Он делает доброе дело. Не нравится мне все это. Уйду я. Хорошо выглядите, доктор. Спасибо. Это я смотрю, алкоголем балуешься. Да так, по 150 в день. Ну, по 150 каждый день. И через год превратишься в абсолютную развалину. А там, глядишь, и... Сдохну. Ну что, доктор? Может быть, уже пора? А? Андрей. Есть же у вас там какой-то укольчик. Андрей, прекрати. Ну а что? Нет, она, конечно, помучается. А вы ее утешите. А? Пройдет время, и она совсем забудется. В ваших объятиях. Что? Послушай, замолчи немедленно. Не, ну, поженитесь. И будете вспоминать, что был такой Андрюшка, который, если бы не стал инвалидом, то никогда бы вы не встретились. Андрей, будь в конце концов мужчиной. Что? Ни разу не думал об этом. Ну, скажи, что думал. Я же вижу, как ты на нее смотришь. Давай. А я уступлю. Вот как. Глупо, наверное, доказывать паранойку, что он не прав. Я и не буду. Но умирать не так красиво и просто, как ты думаешь. А без тех, на ком ты оттачиваешь свое красноречие, тебе долго не протянуть. До свидания. Всего доброго. Максим, ты все? Что случилось? Ничего. Просто срочный вызов. Подожди, он тебя чем-то обидел? Все в порядке. Меня не так просто обидеть. Все, пока. Пока. Я позвоню завтра. Ты? Ой, слушай, в магазине такие очереди. В выходные люди как будто с цепи сорвались. Вот. Просто да. Вот.
Здорово, Моресьев. Как сам? Как универсам. Ну что, как бизнес? Бизнес отлично. Встал на колени. Чего ж хорошего-то? А раньше он лежал. Вот, кстати, принес твою долю. Держи. Чтоб не говорили потом, что деньги в семью не приносишь. Отдай ей. Мне не нужны. Вот. Спасибо, я пойду. Ага. Ой, старик, повезло тебе с девушкой. Бьется за тебя, как львица. А моя не к ночи будет помянута бывшая. За мои же деньги в моей собственной квартире кувыркалась. Вынесла все оставшееся из нашего семейного гнездышка. Сука. А потом через два дня приперлась, пьяная в ума, лежит перед дверью. Затаскиваю, чтобы помыть хотя бы, мужеский вид привести. Стал раздевать, дохожу до трусов, а трусов нет. О, как. Весь туалет обливала, представляешь? И прихожую тоже. Старик, ты... Держись. Если что надо, ты скажи, я достану. Лилька у тебя обязательно что-нибудь придумает. А у меня ж, кроме тебя, друзей-то нет никого. Но выносить плод, тем более родить, твое сердце этого не выдержит. Я ребенка хочу. Дверь была открыта. Он спит? Да. Спасибо тебе большое за все. Ты мужественная, ты сильная девочка. Но я приехала забрать Андрея к себе. Вы не должны больше с ним видеться. Понимаешь, у него есть еще шанс выздороветь. Но здесь, в этом доме, ты должна это понять. Но я все-таки мать, и я лучше чувствую и знаю своего сына. А ты... Ты такая молодая, красивая. Нина Васильевна, вот не надо всего это говорить сейчас. Я решила родить ему ребенка. Вот. Ну, я не... Мне нужно к соседке, к Наталье. У нее там какой-то рецепт новый появился. Я обещала зайти. Вот. Давно я обещала, все никак было не собраться. Угу. Я перепишу этот рецепт, и мы как-нибудь испечем торт. Да-да. Да. Ой, привет. Привет. Это мне? А? Слушай, я так отвыкла уже. Как там наш больной? А, он задремал, сейчас я его разбужу. Не-не-не-не-не. Пусть отдыхает. А, ну, пойдем пить чай, и можешь не разуваться. Хорошо. Зинаида Васильевна даже со мной не поздоровалась.
Ну, как он? В смысле, как анализы? Ничего утешительного сказать не могу. Увы. Понятно. Так, сейчас я приберу. Давай помогу. Нет, я сама. Не надо. Сиди, я сама все. Извини за нескромный вопрос. Тебе же ведь 27 лет. Ну да. Выглядишь ты отлично. Несмотря на то, что приходится быть сиделкой при инвалиде. Андрей не инвалид. Что ты будешь, чай или кофе? Лучше что-нибудь покрепче. Рабочий день, к счастью, закончен. Если, конечно, хозяйка не против. Ты же, кажется, за рулем. Я чуть-чуть. Может, оставишь мне компанию? Нет. Ну, ладно. Вот ты говоришь о возрасте. Просто я сама все время об этом думаю. Понимаешь, мне очень ребенка хочется. Лиля, но с его диагнозом половая жизнь – это утопия. Ты, наверное, сама понимаешь. Может быть, для тебя это покажется странным, но в этом смысле у нас все в порядке. Ага, вот как. Как же это он... Ну что ж, я рад за вас. Ребенок. Лилия, это безумие. Почему безумие? Потому что и инвалидам вредно иметь детей. Детям вредно иметь родителей инвалидов. А? Представь себе. Какое детство ожидает ребенка, если он с малолетства вынужден таскать горшки из-под парализованного отца? Замолчи, пожалуйста. Я помню тебя 3 месяца назад, когда все это началось. Красивая прическа, свежее лицо. Несмотря на те страшные дни, ты даже могла улыбаться. А сейчас посмотри, во что он тебя превратил. А что будет через полгода, а? А через год? Да. Ты прав, я действительно себя запустила. Я завтра же схожу в парикмахерскую, Лиля, и выкину халат. Лиля, ты молодая, красивая женщина. Что ты делаешь? Поверь мне, дальше будет только хуже. Я насмотрелся на таких больных. В лучшем случае он тихо сопьется, а ты рядом с ним превратишься в старуху. Максим, я тебя очень прошу. А если родится ребенок, твоя жизнь окончательно превратится в ад. Максим, я тебя очень прошу немедленно уйти. Уходи. Уходи со мной. Милая моя, девочка моя. Девочка моя, выходи за меня. Мы его не бросим. Мы поместим его в лучшую клинику. Я согласен все оплатить. Немедленно, ты с ума сошел. Что? Ты думаешь, он тебя любит? Да разве может любящий человек мучить того, кого он так любит? Он отнимает тебя все. Силы, здоровье, молодость, жизнь. Да, я все понимаю. Я одобряю твой выбор. Прости. Все. Больше я к вам не приду. Вместо себя буду присылать Ингурман. Она отличный нейрохирург. Из нашего отделения. Ой.
Лиля! Лиля! Водки принеси. Алкоголиком решил стать, чтоб мне еще труднее жилось. Дура ты, набитая дура, труднее. А дальше-то еще тяжелее будет. Ага. Ну! Что ты делаешь-то все, а? Что ты скачешь все? Что ты? А! А! Я уже четвертый месяц, как мешок с говном здесь лежу, и ничего. Никаких признаков выздоровления нет, а? Водки принеси, говорю. Господи, ну как же ты не понимаешь, что ты же принимаешь лекарства? А когда можно будет, а? Через год-два, когда сдохну, на могилку вольете, да? Слушай, ну возьми ты себя в руки, я тебя умоляю. Ты мужик или ты тряпка, в конце концов? Так, хорошо, сейчас сам за ней поползу. Вперед. Тогда я ухожу. Что? Давай, пошла отсюда. Пошла отсюда, пошла отсюда, пошла отсюда. Я тебя видеть не хочу. Иди отсюда, к своему доктору иди. Мать меня заберет завтра же. А может, у нас мазохистка, а? Ну, может, ты еще какой-то кайф испытываешь от опекунства некого, а? Своих детей заиметь не можешь. Ну, ты что, нашла себе младенца великовозрастного, да? За которого можно горшки выносить, задницу тальком припудривать, а? Он тебя любит. Да разве может любящий человек мучить того, кого он так любит? Он отнимает тебя все. Силы, здоровье, молодость, жизнь. Извините, кошелек забыл. Слушай, ну возьми ты себя в руки, я тебя умоляю. Ты мужик или ты тряпка, в конце концов? По 150 каждый день, и через год превратишься в абсолютно развалину. А там, глядишь. Ой, старик, повезло тебе с девушкой. Бьется за тебя, как львица. Кошелек забыла. Прости меня. Теперь все будет хорошо. Ты обязательно встанешь на ноги. Вот это китайское средство. Достать его практически невозможно. Оно тебе гарантированно поможет.
По одной чайной ложке в день. Проходишь полный курс. И ведешь меня в театр. Леленька, милая моя. Разве ты еще не поняла? Что чудес не бывает. Бывает, Андрюш. А еще у нас будет ребенок. Слышишь? Не для себя встану, а для вас. Для вас встану. Да позор этот ваш российский футбол. Позор. И не пруха тут ни при чем. Слушай, любимая, знаешь, у наших парней все есть, только удачи не хватает. А ты мне можешь... Пожалуйста. Товарищи футболисты, товарищи футболисты. Что? Давайте не забывать, что сегодня мы празднуем торжество человеческого духа. Несгибаемость воли перед оскалом обстоятельств. Андрюха, иди сюда. Давай сюда, иди. Андрюха, давай. Андрюха, мы все тобой гордимся. Лилечка, ты прима. Ребята, вам сам Бог теперь велел быть счастливыми. И теперь никто не сможет сказать, что ваши отношения не прошли испытаний. Нет, я хочу выпить за ту, кому теперь, дорогой мой, тебе ножки целовать всю жизнь. Да. Это точно. Ох, я бы хотел выпить за ту, которая тренером хорошим стала. Мужик вон уже ходит, а скоро еще дитё научит. Ой, чуть мое сердце не одно дитё. Кстати, свою пяточку не забудь подставить, когда он мне ножки будет целовать. Непременно. Ну, правда, Серёг, большое тебе спасибо. Да ладно. Всем, ребята, огромное спасибо. Знаешь, что ли, мне вот кажется, ты бы своего мужика и на необитаемом острове на ноги поставила. Не, ну серьезно, этого неврастенника терпеть, добиться таких результатов, это дорогого стоит. Респект тебе мой. Лиль, можно я за животик подержусь? Это говорят, примета хорошая. Конечно, подержись. Я пойду, мам, помогу. Давай, иди, сейчас подойдем. Слушай, Андрюха! Ой, давайте я вам помогу. Нет, давайте я вам помогу. Нет, Андрюшенька, ты должен отдыхать. Скоро свою жену на руках будешь носить. Мама. Так. Лиль. Что? Ну скажи мне теперь, что это у нас за средство такое, а? Ну? Ну что это за чудо такое китайское? Меня все спрашивают. Это секрет. Главное, чтобы могло. Мама! Да. Ну? Ну хорошо, скажи, уже можно. Так, я не понял. Я не понимаю. Ну, Лиля, что это за секреты у нас такие, а? Что у нас там? Слезы девственниц? Ну что за глупости? Сейчас покажу. Смотри внимательно. Ну что? На. Ну и что это? Пей. Ну это похоже. Угу. Вода. Вы что, серьезно, что ли? Серьезно, я придумала, мама потом узнала. Если честно, мне не верилось. Андрюшенька, солнышко ты мое, чудо произошло только потому, что мама. Ты поверил. Правда, Андрюш, мы все поверили. Правда, ты мы пошел. Все поверили. И ты пошел, ты представляешь, Андрюш, какое чудо произошло. Ты что? Ты чего? Все же хорошо будет. Ну, подожди. Милый, ну что случилось? Что все же хорошо? Лиля. Главное, что ты пошел, Лиля, солнышко мое, любовь. Все же хорошо, главное, что ты уходишь.
Будь моей женой! Ну-ка, слезай немедленно! Ты что, с ума сошел? Слезай, сумасшедший! Выходи за меня замуж! Что ты говоришь? Да! Я ничего не слышу! Я говорю да! Ты нормальный. Я люблю тебя. Спасибо. Горько! Спасибо. Горько! 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 Вот и муж уже. Понял. Молодец, старик. Молодец. Что такое? Что? Чего, что ли? Что такое? Воды кто-нибудь принесите. Да? Ну, едем уже, ну. Нравится? Смотри, хотел 100 штук купить, у них не было. Чего ты молчишь, Сережа? У меня дочь родилась. Пошли. Подожди, к ней. Старик, нельзя пока к ней. Что значит нельзя? Все справки сдал. Пошли уже. Андрюш, я же говорю, пока нельзя. Там не все так хорошо. Что значит нехорошо? Мне доктор сказал, у меня дочь родилась, Сережа. 4 килограмма. Угу. Что с моей женой? Сильное кровотечение. Что-то с сердечным ритмом. Сказали, что повезут туда, где есть нормальная кардиология. Да пусти, подожди! Пусти, подожди! Пусти, я говорю, нельзя! Андрюха, нельзя! Смотри туда! Дорогу, дорогу! Аккуратно, ребята, аккуратно! Ради бога! Аккуратно, Лиля! Аккуратно! Лиля! Лиля, отстань! Уже я сказал, Лиля, ты девочка моя маленькая. Маленькая моя, ну, что случилось? Что случилось? Да подожди, ты подожди! У нее такие маленькие пальчики. Скажи, что я ее очень люблю. Ты сама ей все скажешь. Везите ее! Везите ее, я сказал! Лиля! Лиля, я с ней. Ты сама ей скажешь! Все хорошо будет. Андрей! Андрюх! Ну успокойся ты! Да подожди, Андрей, куда ты? Время смерти. Запишите 6 вечера. Многое в жизни зависит от мелочей. Случайные цифры, написанные на салфетке. Китайское лекарство, обернувшееся простой водой. Простенькие часы, которые меня поначалу так раздражали. И как многое в жизни они решили за меня и заставили понять,
что такое настоящее чудо. Ну, ну, иди. Опа! Уть ты моя. Ну, что делала? А мы сегодня с Кариной лед ели. С Кариной лед ели. А горло заболит, будем лекарство пить? Только не я. Только не ты. Только не ты. Ах, мой милый Августин, Августин, Августин. Ах, мой милый Августин, Августин, Августин. Папа, вон они! Было то и это. Быстро не беги, упадешь. Хорошо. Будет ты не то. Мудрая планета выложит в лото. Мама, мы приехали! Цифры будут биться. Аккуратнее, не роняй. Опять коленки грязные. Беспорядки тут. По лужу не ходите. Ну что ты так долго? Нам нельзя столько гулять, холодно еще. Я сказала, нельзя ходить по лужу. Промочить ноги, спалеть будет. Ну что ты так смотришь? Ничего. Пойдем. Опа! Движение любимого человека. Не сказав ни слова, не назначив час, так же все не ново, но как прошли года. Мама с папой рядом будут вместе навсегда. Это чудо, а может везение, но так будет от века до века. Заодно движение любимое. Движение любимое.